Доктор физико-математических наук, зав. Лаборатории Института прикладной физики Российской академии наук и исполнительного директора научно-просветительского центра знаний НЭН Галину Александровну Мурцеву. Галина Александровна, не торопитесь, мы успеваем. Проходите, пожалуйста. Но прежде чем вот передать слово Александру Владимировичу Галине Александровне, я хотела сказать, что у нас в этом году вот как раз сложился такой опыт сотрудничества. Дело в том, что в декабре при поддержке Сибурна в Кстовском нефтяном техникуме проходил фестиваль научного кино. Ну и как бы завершили мы этот фестиваль мастер-классом по нанотехнологиям. Приезжали к нам ученые, показывали науку в чемодане, что очень понравилось нашим детям. И тогда мы предложили сотрудничество обществу знаний НЭН. Они не отказались. И вот уже три раза мы в рамках открытого кружка по физике и математике встречались с представителями этого общества, лекторами. Форма кружка всегда проходит, ну, как бы по привычной форме, когда и ребята готовят выступления, проходят какие-то мастер-классы, но и один из приглашенных гостей рассказывает лекцию. Вот и сегодня мы для вас решили организовать такую лекцию. Ну, надеюсь, это вам понравится, и время пролетит незаметно. Огромное спасибо, Ирине Николаевне. Я даже не представлял, на какое грандиозное мероприятие я согласился. И мы сейчас попробуем вас развлечь, чтобы вы не переживали за ваших школьников и студентов. Значит, несколько лет назад, в очередной раз возвращаясь из планетария с Кочаровским, который научный руководитель нашего центра знаний, мы погрустили о том, что когда-то в России было общество знания, читало лекции и помогало ориентироваться, в том числе и школьникам с выбором профессии, оно самоликвидировалось. И вот мы решили, что поскольку наши школьники пользуются интернетом, почему бы нам не начать читать для них лекции и выкладывать видеозаписи этих лекций в интернете. Таким образом, родилось не общество знания, а центр знаний НЭН под эгидой Нижегородского научного центра. Нижегородский научный центр, он объединял тогда все академические институты Нижнего Новгорода. Вот Галина Александровна Муромцева, исполнительный директор нашего центра знаний НЭН, вам сейчас кратенько расскажет о том, чем мы занимаемся. Спасибо, Александр Владимирович. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Для нас всегда очень ответственно, и приятно и очень важно встречаться с вами, потому что на самом деле вся наша работа для вас. И образовались мы в 2011 году действительно с единственной целью понять, каким образом можно использовать огромнейший интеллектуальный ресурс, который есть в институтах Российской академии наук, не только представленных в Нижегородской области, но мы имеем возможность через общие проекты приглашать самых ведущих ученых мира, и действительно так получается, для того, чтобы они приезжали и читали для нас, для вас, для наших с вами учеников, ребят, научно-просветительские лекции. Почему мы говорим о системе? Потому что за вот эти 4 года, пока мы существуем, действительно мы попробовали самые разные форматы работы. Работа непростой, потому что, сами понимаете, наверное, очень сложно говорить просто о сложном. Да? Это специальная отдельная работа. И в то же время оставаться вот в этом вакууме величайших открытий, ну, тоже как-то по меньшей мере, наверное, странно. И потому что через эти открытия, вот и на наших лекциях, и на наших мероприятиях, сами слушатели говорили о том, что кроме того, что они открыли для себя много нового, вот этот сам факт, сколько же много делается интересного у нас в Нижнем Новгороде и в стране, в России, и какое мы ведущее место в этом занимаем, ну, наверное, это для всех для нас важно узнавать. Вот здесь обозначен сайт знания.nn.ru. Пожалуйста, запишите его, потому что там регулярно выкладывается вся оперативная информация. Причем там есть анонсы о наших лекциях, там есть наши контактные телефоны.
и там есть видеоархив тех лекций, которые уже были. Кроме этого, прямо на первой страничке сайта есть такое окошечко, оно называется «Учителям и школьникам». И там конкретно собирается методическая информация и, ну, в основном методическая и информационная, да, такой портал, связанный с учителями и школьниками. Сразу подчеркну, что так как мы институт прикладной физики, все-таки большинство мероприятий у нас настроено на физику. Но тем не менее, сейчас мы стараемся расширять этот спектр. Уже работаем с учителями математики, с ассоциацией учителей математики, которая сейчас появляется, с учителями информатики. Ну, понятно, здесь у нас астрономия, близкая к физике. И вот сегодня мы встречаемся с вами. Возможно, мы готовы к диалогу. Если у вас будут какие-то предложения, пожалуйста, давайте встречаться, разговаривать. Вообще присоединяйтесь к нам, с нами интересно. Ну и буквально несколько слов о том, как все начиналось. Вот, значит, в ноябре 2011 года на базе Института прикладной физики вот нас практически... там 5 человек. Вот я хочу представить Александра Ивановича Кононова, который нам технически очень хорошо помогает, и который здесь сегодня присутствует. И Юрия Евгеньевича Боевского, который следом за мной возьмет микрофон и более подробно расскажет про фестиваль наук, искусств и технологий. Александра Владимировича вы уже видели, Лапинова, председателя нашего центра. И Владимир Владимирович Кочаровский, который является научным руководителем и, собственно, основной такой движущей силой всего, что мы делаем. Вот когда я говорила про эксперименты, это действительно были эксперименты, и мы работали в разных лекторских форматах. Это были открытые лекции ученых мира вообще для всех. Это был молодежный лекторий «Нижегородский ресурс», лекторий «Нижегородский ученый нижегородцам» и проект «Диалог. Открытая наука». Ну и кроме этого, вот мы отдельно отметили школьные лектории, потому что мы заключили соглашение с департаментом образования, пока городским, с областью мы просто дружим с Министерством образования, пока у нас никаких документов не подписано, просто пока сил не хватает активно ездить в область. Хотя я думаю, что это все впереди, потому что фестиваль наук, искусств и технологий, который прошел в сентябре 2015 года, у нас было 15 выездов, 13 выездов в область, очень успешных, и мы поняли, что там мы тоже нужны. Вот, поэтому, если хватит сил, то мы тоже заключим договор с областным министерством образования, и таким образом у нас будет так называемая шапка, разрешение начальников. Но статус академического, в общем-то, института дает нам право встречаться с учителями. Понятно, что мы все-таки транслируем подлинную науку. Ну и буквально немножко поподробнее из каждых из этих 5 форматов лекции ученых мира вот совместно с университетами нашими мы проводим в основном. Это Нижегородский университет и Технический университет. Сейчас этот список тоже расширяется, и мы очень гордимся, что профессор Сергей Петрович Капица 12 ноября 2011 года запустил нашу программу и, собственно, дал старт вообще всей нашей деятельности. Наш регион был последний, куда он успел приехать со своей лекцией. Ну и вот дальше просто в режиме нон-стопа те ученые, те лекции, которые прозвучали в рамках этой программы. Как видите, здесь разные имена, разные темы. В общем, обратная связь была достаточно интересной. Большинство из этих лекций размещены на нашем сайте, и с ними можно познакомиться, либо даже вместе посмотреть с ребятами, что активно используют наши слушатели, наши партнеры. Второй тип лекционной работы – молодежный лекторий «Нижегородский ресурс». Здесь мы сотрудничали тоже с несколькими учреждениями образовательными, в том числе педагогическим университетом. Вот это сотрудничество вообще очень интересно вылилось в программу. Сейчас существует такая крепкая рабочая группа, которая ведет деятельность по тому, чтобы в этом году была набрана специальная отдельная группа учителей физики. В общем-то, учителей физики перестали готовить в нашем Ленинском университете.
Вот, и благодаря вот этой совместной работе с Институтом прикладной физики, со специалистами института, в общем, будет набрана такая группа, и мы возобновим вот этот процесс восстановления учителей физики. Ну и здесь тоже мы работали в формате такой парной лекции, куда приглашали научного руководителя и молодого кандидата наук. И в этом случае у нас ребята знакомились не только с научными достижениями этого направления, чему посвящена лекция, но и, собственно, как человек попал в науку. Такая еще профориентационная работа велась, и на самом деле по результатам лекции было много вопросов именно о том, а как вы вообще сюда пришли, а как вы нашли вот этого профессора, который рядом с вами, и вообще не жалеете ли вы о том, что вы сделали этот выбор. Следующий формат лекции – это на базе областной научной библиотеки. Практически 3 года очень плотно мы работали с этим. Для самой широкой общественности, поэтому темы, которые были здесь, мы, ну, собственно, спрашивали, а что будет интересно. Здесь у нас была и медицина, и история, гуманитарные науки. И вот Александр Владимирович здесь выступал с той темой, я так понимаю, которая сегодня будет. И вот обратная связь этих лекций – это новые, как бы новые предложения с новыми темами. Потому что сюда действительно тоже по общей рассылке приходили люди, которые заинтересовались именно той тематикой, которая была представлена в анонсе. Ну и проект «Диалог. Открытая наука» — это вообще нам очень понравился этот формат, но он оказался самым сложным, потому что сюда, здесь вот это было на базе кафе, потом мы делали еще несколько таких встреч на базе других таких неформальных культурных учреждений, куда просто по рассылке мы говорили, что вот будет такой ученый, приходите, будет интересный разговор. И в формате беседы, в общем, начинался разговор о науке, заканчивался о жизни, как это всегда бывает. Вот для ученого, которые сюда были приглашены, конечно, это был всегда не очень простой разговор, потому что напрямую ребята задавали себе вопросы, ну, ребята, в общем, аудитория очень разная была, которые их интересуют. Ну и по школьному лекторию, вот благодаря этому соглашению мы тесно работали с 83-м, 165-м, 40-м лицеем, собственно, продолжаем это делать. И вот сейчас ваш техникум с этого года, тоже нам очень приятно, что мы в такую же системную работу входим, для того, чтобы регулярно здесь встречаться со слушателями и проводить свои мероприятия общие. Ну и здесь вот какая-то общая статистика у нас есть, цифры достаточно внушительные, более 100 мероприятий, более там 8 тысяч слушателей за это время прошло. Здесь перечислены наши партнеры, мы стараемся широко привлекать людей к этой деятельности. И самое главное, видим нашу задачу в том, чтобы соединить тех, кто может говорить, тех, у кого есть знания, и тех, кто готов слушать, то есть тех, кто готов эти знания получать. Вот этот мостик, собственно, и есть наша основная цель. И 27 марта 2012 года в Москве состоялся 15-й съезд Общероссийского общества знания. Они видели нашу работу по сайту и вот пригласили образовать Нижегородское региональное отделение, что мы, собственно говоря, и сделали. Вот сейчас идет по указу Владимира Владимировича Путина перерегистрация этой всероссийской организации в общественно-государственную, соответственно, с государственными субсидиями. То есть этот указ, я так понимаю, признание того, что научно-просветительская деятельность должна поддерживаться государством. То есть это однозначно прописано в уставе новой организации. Поэтому вот мы через месяц поедем на съезд, посмотрим, чем это нам грозит. Если это будут реальные субсидии, то я думаю, что у нас будет просто реально больше возможностей, чтобы вот встречаться со слушателями и проводить эти мероприятия. Сейчас еще раз подчеркну, мы это делаем целиком и полностью благодаря инициативе Института прикладной физики и лично Александра Григорьевича Литвака, его директора, сейчас научного руководителя. Мы выиграли грант в 2015 году на проект «Комплексная научно-просветительская программа «Открытая наука». И, собственно, вот ваши лекции в том числе поддержаны из этого гранта.
ну, элементарно там, на дорогу, на подготовку презентации, мы можем как-то немножко наших лекторов поддерживать. И более подробно я хочу рассказать прямо вот буквально о нескольких мероприятиях, почему все-таки это система, да, это не только лекционная работа, это и крупные мероприятия, и это методическая работа. И вот с лекционной работой более-менее понятно, по крупным мероприятиям Юрий Евгеньевич сейчас расскажет чуть позднее, как руководитель вот фестиваля искусств, наук, искусств и технологий, который у нас в прошлом году прошел, и в этом году в сентябре тоже будет, в том числе на средства гранта. Поэтому я, вот, если нужна будет помощь, Юр, мы вернемся к этим слайдам, когда вы будете выступать. Вот. И по методической работе, ну, во-первых, это городские олимпиады, городские областные олимпиады. Ну, вот пока это в основном у нас физика, астрономия, астрофизика. Сейчас вот присоединяются к нам математики. То есть это разговор на самом деле, и Александр Владимирович действительно вот, ну, как бы сделал акцент на это, что если у вас есть ассоциация учителей химии, то замечательно, если нет, то ее надо создавать. То есть мы готовы к партнерскому продолжению этого разговора. И то, что касается методической работы, еще два крупных и регулярных мероприятия, которые у нас проходят, это конкурс фестиваля видеороликов творческих учителей физики и математики и выездной круглый стол учителей физики и математики Нижегородской области. Ну, соответственно, все это обсуждается. Если химия здесь имеет место, будет иметь место быть, значит, соответственно, программа тоже у нас может корректироваться, если мы с вами, ну, как бы поймем, что мы партнеры, и нам это интересно. Выездной круглый стол у нас в основном проходит в конце июня, в начале июля, когда уже учителя могут просто физически сесть в автобус и на 4 дня выехать на нашу турбазу, чтобы там между собой пообщаться. Мы приглашаем замечательных лекторов, то есть мы просто считаем, что главная цель – это повышение квалификации и внутреннее общение. Ну и еще одно наше достижение. В прошлом году на заседание Общественной палаты Нижегородской области отдельно, специально и серьезно обсуждался вопрос о преподавании физики в общеобразовательных школах Нижегородской области. Было проведено серьезное исследование о том, сколько учителей, как они воспроизводятся, так скажем, да, какой средний возраст, кто будет наших детей учить физики через год, 5, 10, 15 лет. И на самом деле получилось так, что те вопросы, которые мы сформулировали, чтобы нам ответили, дали социологические просто данные какие-то Министерства образования, они заложили в основу своей собственной оценки, ну, как бы деятельности, потому что многие из этих вопросов они даже не формулировали сами себе. Но на самом деле получилась не очень благоприятная такая радужная картина. И Александр Григорьевич Литвак, как председатель комиссии на то время по культуре, науке и образованию Нижегородской области, решил просто вынести это на этот вопрос на заседание комиссии. И вот здесь, мне кажется, очень важно, что наша с вами конкретная работа по научному просветительству, она просто вывела нас на какие-то реальные шаги, понимаете? Вот если мы поняли, что у нас нет учителей физики, значит, просто этот вопрос публично был обсужден и принято решение с ректором Минского университета возобновить эту деятельность. И мне кажется, это очень важно. Таким образом, мы не только читаем лекции, но и можем регулировать вот эти вот процессы, которые у нас происходят в среде естественного научного образования. Ну, это что мы сделали. И вот эти наши значит, еще контакты, координаты. Поэтому заходите на наш сайт, звоните, пишите, будем рады. В том числе, если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Юрий Евгеньевич, да? Юр. Сейчас я хочу показать приветствие от МКС. Слайды по фестивалю вернуть? А там есть еще? Есть, да? То, что делал Миша Викторов. Да. Ну, если можно, я сейчас скажу. Ситуация сложилась таким образом, что мы не представляли, что нам придется защищать.
там организовывались, у нас были одни цели, сейчас они немножко изменились. Но, например, несколько лет назад Министерство образования вычеркнуло такой предмет, как астрономию из школьной программы. Два года назад я был на совещании в Министерстве образования, там решались совершенно другие вопросы. Значит, вела совещание замминистра образования и науки Огородова. Оно решало вопросы развития вообще астрономии до 2025 года. Не был решен ни один из поставленных вопросов. Он не был решен и в течение этих последующих двух лет. Ну, там были директора институтов, академики. Значит, последний вопрос, который они подняли, ну давайте ведь вернем астрономию. Ответ был категорически против. Значит, Огородова, которая отвечает сейчас за развитие науки в России, она окончила Токский педиатрический институт, то есть медицинский институт по специальности педиатрия, затем стала депутатом Госдумы и сейчас вот замминистра образования. Дальше. Три года назад Федоров, который ректор пединститута, он фактически ликвидировал преподавание физики в пединституте, подготовку учителей по физике. То есть сам он заведует кафедрой теологии в пединституте. Ну, по счастью, митрополит Нижегородский сказал, что воспитание теологов – это, значит, дело епархии, это не дело пединститута. Но вот в этом году будет третий год, когда не выпускается ни один из учителей по физике для области. И еще 5 лет впереди не будет подготовки учителей по физике. То есть вот слова о том, что мы должны развивать у себя высокие технологии, они практически вот и реализуются в таком ключе. Ну, как вам сказали, значит, Александр Григорьевич, наш старый директор, наш новый директор Сергеев Александр Михайлович Кочаровский. Мы несколько раз ходили в пединститут. Вот если есть учителя по химии, которые работают в школах, вот я вам дам сейчас листочки, раздайте, пожалуйста. Значит, в этом году будет призыв школьников впервые на вновь открывающуюся специальность в первом университете, чтобы начали наконец-то снова готовить учителей по физике. Вот. А к вам мы приехали, так сказать, чтобы, может быть, вы тоже подумали и объединились как-то в ассоциацию. Сейчас есть у нас ассоциация учителей физики и астрономии. Вот 2 года были конференции вне школьных зимних каникул. И, в принципе, мы готовы еще один дополнительный выделять для учителей химии, чтобы вы могли обсуждать ваши проблемы. Вот. Еще есть из таких интересных мероприятий, это действительно видеоролики. Вот в апреле мы заканчиваем конкурс уже 3-й раз видеороликов, когда учителя выступают в течение 15 минут и делятся своими педагогическими навыками со всеми желающими. То есть любой школьник или приглашенный человек записывает на видеокамеру краткий фрагмент урока. Если у вас есть чем-то поделиться, вот, вы записываете в течение этих 15 минут максимум короткий фрагмент урока, потом мы оцениваем, и обычно, когда у школьников заканчиваются все летние экзамены, на базе отдыха, это нашего института базы отдыха, мы подводим итоги. Значит, там в течение нескольких дней проходит как бы съезд учителей, которые неравнодушны вот к этим проблемам обучения школьников. Значит, приглашаем преподавателей или работников вузов из Москвы, в том числе с педагогическим опытом, которые делятся тем, как решать олимпиадные задачи, как обучать школьников. Но, к сожалению, вот это наше мероприятие, оно до сих пор охватывало только учителей физики и математики. Ну вот, может быть, среди химиков тоже будет подобного рода желания. Так что вот мы приехали к вам. Ну, это ущерб моей лекции по радиоастрономии, но бог с ним, с этой лекцией.
Вот. А сейчас Юрий Евгеньевич Боевский еще вам расскажет о том, что, о том, как мы проводим ежегодные фестивали. На протяжении 7 лет он является фактически руководителем. Много лет был единственным организатором подобного рода фестиваля. Сейчас вот мы вместе с Юрием Евгеньевичем пытаемся это делать. Спасибо, Софья. Добрый день. Я кратко расскажу и, наверное, что-то покажу вам. Я хочу показать, как в прошлом году открывался фестиваль. Благодаря помощи друзей фестиваля нам удалось открыть фестиваль с помощью записанного ролика с Международной космической станции. То есть я думаю, что мы что-нибудь такое безобразие какое-то придумаем в этом году. А можно запустить его сейчас, да? Со звуком. То есть открытие было в Нижнем Новгороде, в кинотеатре «Орленок». И вот... Ну да, это, вы не поймете, есть в YouTube на канале фестиваля Фенист НН, там все ролики, все лекции. Как это происходит? Тогда можно презентацию, сейчас я покажу некоторые вещи. Не будет звука, да? Не будет. Ну хорошо, ладно. Нет, это не страшно. Фестиваль проходил в течение 9 дней, участвовали школы, учителя, как уже Галина говорила, всего города и всей области. И я думаю, что в следующем фестивале, который будет идти с 24 по сентября 2016 года по 1 октября, вполне может, то есть вот, если ваша школа не участвовала, вы не участвовали, при желании все можете участвовать. Очень много учителей привозило свои классы в город на лекции и встречи с учеными. То есть специально на фестиваль приезжал известный физик Игорь Иванов. Он проводил занимательные уроки с детьми, с школьниками. Да. Вот радиоколледж участвовал, и он будет участвовать. Тут Нижегородский радиоколледж очень активно, кстати, участвует. То есть и школы, и колледжи, и университеты участвуют. То есть здесь же... Конечно, нужно. Давайте мы можем даже вот в режиме вопрос-ответ, если есть какие-то вопросы, я сразу же отвечу на них. Можно своих детей привозить. То есть, кроме лекций, есть лекции известных ученых, крупных ученых. Там, да, Татьяна Черниговская, Константин Анохин приезжали, да, Михаил Гельфанд, Крангаус проводил, занимательный урок по литературе с детьми. То есть, вот, я не всех назвал, еще не назвал многих нижегородских ученых. Дробышевский. Да, Станислав Дробышевский, он вообще уже у нас, наверное, поселился. Он регулярно. Вот Александр Соколов, это научный, он главный редактор, Дробышевский научный редактор портала «Антропогенез.ру». Он приедет 22-го снова в Нижний Новгород апреля, и будут лекции с ним. Мы запустили сейчас с молодыми учеными Нижнего Новгорода, Москвы и Питера, они делают такой клуб Y-Camp. Мы сделали клуб, дискуссионный клуб «Эксперимент» сейчас в Нижнем Новгороде, и у нас будут происходить, туда будут приходить и студенты, и школьники, и преподаватели. Это обсуждение актуальных тем, когда приезжают ученые, они делают такие небольшие доклады, и можно с ними вживую разговаривать, обсуждать свои проекты, там можно представлять свои проекты. Дело в том, что мы сейчас живем в такое время, это действительно научно-техническая революция. И если ваши дети не будут уметь, я понимаю, я как
всю жизнь работал, хоть я по образованию физик, работавший в IT, буду, наверное, в эту сторону склонять. Но так сейчас сложились технологии. Сейчас без умения, вот будущее для детей, работать с программными продуктами, без умения писать хотя бы там элементарные программы, без понимания, что такое машинное обучение, я с трудом себе представляю вот будущие профессии. То есть даже исследователи, ученые сейчас все используют в обработке своих данных на коллайдере и других крупных экспериментах, везде используется машинное обучение. То есть кроме исследователей, естественно, как ученые-исследователи никуда не исчезают. Но появляется множество профессий, связанных именно с обработкой данных. И в том числе в химии. Вот приезжал на открытие Артем Аганов, это один из известных и ведущих в России, в мире кристаллохимиков, они как раз разработчики, то есть они не классические химики, они разработчики специализированных программ машинного обучения, которые умеют решать уравнения квантовой химии. Ну, неправильно сказал, они их не решают, они находят решение, без не решая эти уравнения, вот так будет правильно. Но это совершенно другой мир, которого мы еще не понимаем и не очень знаем. Но очень важно, чтобы дети общались с ведущими учеными, чтобы они проникали в эту атмосферу и заряжались этой атмосферой. В общем-то, мы стараемся для этого делать все возможное. И будут проходить мероприятия, кроме фестиваля, будет множество мероприятий проходить в течение года. Вы следите, на знание НН тоже все выкладывается. Есть сайт fenistnn.org. Fenistnn, это на YouTube канал, просто fenist.org. Fenist. А там где-то должно быть, да? Сейчас, можно? Да. Юра, да. Все можно найти на знание НН. На знание НН все есть, да. Есть все в соцсетях, и ВКонтакте, и в Фейсбуке тоже все выкладывается. Дети прекрасно там, и школьники, и все активно участвуют. Вы можете заранее включиться в программу, то есть лучше действительно это сделать заранее, подать свои заявки, как в прошлом году, и привести своих детей на конкретные мероприятия. То есть вы приедете, они будут какие-то уроки, какие-то занятия, лекции, можете приехать на весь день. Допустим, в Нижний Новгород, или к вам кто-то приезжает на весь день сюда, как были выездные десанты, когда у вас здесь проходят мероприятия. Так что можете разделяться. Допустим, один класс поехал в город, другой поехал, другие школы участвуют здесь. Знаете, какое предложение? Сейчас, к сожалению, лекция уже... Да, ну все, я... с вашими электронными адресами. Мы просто можем его взять и сделать первую рассылку.